3000 студентов со всей области собрались на площади Куйбышева. Все участники акции одеты в одинаковые светлые шарфы и головные уборы с юбилейной символикой. Молодые люди выстроились слова «Самара, Космос 50». Нам очень весело, на дождь мы не смотрим, мы очень рады. Впечатление полный улет, не выскажешь их. Радость, гордость за Россию, то, что именно мы полетели первые в космос. К флешмобу «Самара Космос 50» студенты готовились несколько дней. Построение репетировали по 3 часа. Специально для постановки акции в Самару приехал режиссер, заслуженный деятель искусств Олег Ремезов. Во время акции выстраиваться в живую надпись молодым людям пришлось несколько раз. Сначала съемка велась с вертолета. Затем в назначенное время площадь сфотографировал спутник дистанционного зондирования Земли. Кроме того, акция транслировалась на одном из центральных каналов. Юрий Алексеевич Гагарин, 50 лет, поднялся в космос на нашей ракете. 2 ступени были собраны на наших предприятиях. За эти 50 лет вся пилотируемая космонавтика России и Советского Союза базировалась на самарских ракетах. Несмотря на трудности и сложности, Самара сделала это. Мы снова лучшие в мире. Снова весь мир аплодирует Самаре! Завершился флешмоб праздничным концертом «Космическая рок-зарядка» с участием самарских рок-групп. Лариса Шлафаст, Владислав Манин, ГИС «События».